Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на YouTube-канале Эсмеральда. Мое имя Екатерина. Сегодня у нас с вами пятница, и мы по старой доброй традиции рассматриваем украшения из золота и, конечно, с бриллиантами, с драгоценными прекрасными камнями. Коллекцию, что мы сегодня вам подготовили, подобрали, это просто, ну, шикарные, на мой взгляд, украшения. Впрочем, как и всегда, но каждая по-своему прелестна, поэтому для любителей золота, бриллиантов посвящается. Вся данная коллекция, девочки и дорогие зрители, дорогие друзья, это производство Италия и Испания. Поэтому не стесняйтесь, я, как всегда, оставлю свои контактные данные в информационном ящике под данным видео, и вы сможете со мной связаться по Viber, WhatsApp и электронная почта. И хочу сказать следующее. Хочу вам сказать также по поводу того, что все украшения, все лоты украшений вблизи вы сможете рассмотреть в следующем видео, которое выйдет за данным видео. И маленькая ремарка и поправка, мои дорогие. У меня небольшая простуда, поэтому я прошу прощения за мой осипший голос. И немножко сложно говорить, но я с превеликим удовольствием покажу вам данную коллекцию. Надеюсь, к концу данного видео я уже буду абсолютно здорова. Такая красота меня исцелит. Ну что, друзья мои, поехали. Первый лот. Первый лот – это уже на мне, девочки. Сейчас я покажу все вблизи. И хочу вам показать вот такое колечко. Здесь классика, малинка. Бриллианты великолепного качества, с очень хорошей чистотой. Все характеристики, девочки, пишите мне на WhatsApp, я вам все отвечу. Ну и мальчики тоже, в зависимости... Тот, кто хочет приобрести для своих жен, возможно, подарок, здесь просто не, ну что можно сказать, бриллианты, это и есть бриллианты. Вот такая классическая форма, кому нравится, да, любителям такого классического варианта, и это еще не все, мои хорошие, но вы тут все видите. Вот что здесь можно говорить? Слов нет. Следом за данным колечком, а почему я вам показываю два, потому что вот к этим сережечкам просто бесподобно как одно, так и второе. Давайте я сниму вот это кольцо. И вот такое покрупней. Давайте с вами сравним. Это также малинка, но здесь немножечко уже видим, что и покрупней, помощнее работа, побольше золота. Даже в сравнении, вот, да, уже вот так это видно. И вот так, соответственно, это тоже будет видно, девочки. В общем, смотрим, сложно, любуемся, да, сложно показывать такую красоту, так как я это делаю, но в любом случае... Это одно удовольствие держать такие украшения в ручках. Просто одно удовольствие. И это еще не все. Помимо данных колец, друзья мои, вот такая кулон, подвесочка, цепочка с вот такой подвеской. Здесь 45 сантиметров. Цепочку можно подобрать любую. В данном случае я вам показываю вот на такой цепочке. Вот есть такая же подвесочка-кулончик один в один, который подходит к сережкам. Золото, бриллианты. Все наше золото – это 18 карат и бриллианты. Все как всегда. Но для тех, кто смотрит нас давно, наверняка знает, что по пятницам у нас именно такое. Мало украшений, что без бриллиантов, что с цирконитосами, с фианитами. Но есть и такие. Но сегодня только бриллианты. Великолепного качества, шикарной чистоты. Цепочку можно подобрать. И что хочу сказать, друзья мои. Ну, давайте я сниму здесь сережки-гвоздики. Покажу вам вблизи, чтобы было понятно, как это все выглядит. Вот такая милота. Вот такая красота, милота. В следующем видео вы все сможете рассмотреть, разглядеть вблизи и насладиться уже, так сказать, поближе, да, такой красотой, потому что вот даже когда снимаю, девочки, все равно дух захватывает. Все-таки бриллианты, они... Это бриллианты. Здесь все ясно и понятно и сказано. Вот так это в соотношении. Модель. Это будет вот такое колечко,
ну, для меня это как хворост, да, тут такие переплетения, линии, плетения, очень красивая, интересная работа, качество все просто прекрасное, это украшение высокого качества, производства Италия, Испания. Здесь вот такие дорожки из бриллиантов, и вот здесь такое переплетение, это золото 18 карат белого цвета. Вот такое великолепие. Девочки, здесь маленький размер, но размеры все можно сделать, не проблема. Поэтому тот, кто захочет приобрести такие украшения, пожалуйста, welcome, и мы сделаем размеры под ваш пальчик. Ну, что тут говорить, тот, кто разбирается, все увидит. Я показываю вам модели, следующее я покажу уже в видео, как это смотрится вблизи. Следующее, девочки, колечко, ну, здесь шикарное, просто шикарная работа. Смотрится это вот таким вот образом. Просто красота красот. Вот такие бриллиантики. Такой россыпью. Они не маленькие, достаточно крупные. Я считаю, что очень оригинально. То же самое могу сказать, девочки. Хорошее качество, хорошая чистота, великолепные камни. Для тех, кто любит уже более современные. Да, если я вам показала вот такую малиночку, тот, кто любит классику, пожалуйста, здесь уже модерн, уже такой более современный стиль. Ну, каждая по-своему прекрасна, но когда вся эта россыпь вместе, конечно, это такое зрелище, захватывающее дух, да? Любуемся, мои дорогие. Вот такая красота, такая милота. Слов нет, одни эмоции, захватывает дух. Хочется молчать, просто вам вот показывать молча, без характеристик, без всего. Не... Тем, кому надо, все напишут, все мы распишем им. Сантиметры цепочек, сколько карат, какая частота, какой цвет. Производство чего, и сертификаты все имеются на данные украшения, безусловно. Данный салон на рынке порядка 40 лет. Поэтому все документы, конечно же, имеются. Ну что, следующее, друзья мои, давайте с вами рассмотрим. Нет, это я оставлю на потом. Подождите, потому что будет браслетик к нему. Окей, следующее, друзья мои, то, что будет. Ну, давайте сделаем так. Давайте я вам покажу тройку браслетиков. Первый браслет, девочки и мальчики. Здесь вот такой разъем, ну, как у большинства украшений, вот такого характера, да, высокая ювелирка. Соответственно, все продумано. Прошу прощения. Вот так это смотрится. Здесь крупные бриллианты. Давайте я надену на руку, и вы посмотрите. Здесь также застежка с сигуридадом. Здесь на ручку у меня запястье 16, друзья мои. Ну вот здесь на 16 прям самое оно то, небольшое, не маленькое. Поэтому, секундочку, давайте вот так. Я закрыла, вот так это смотрится. 16 здесь у меня, ну вот оно ушло, ну тут на 18. Я думаю, что на 17,5 будет хорошо, будет вот так. Или на 18. Вот так это смотрится. Бриллиантики играют, переливаются. Заряжаемся хорошей энергией, с красивыми камнями, дорогими, и пусть они принесут даже просто от взгляда на них уже какой-то такой аура богатства, аура чего-то такого, да, ну, высокого, аура роскоши. Такая красота. Сережечки я не меняю специально, чтобы вы видели, как это смотрится. Ну, еще будут сегодня сережки, обязательно. Вот такой великолепнейший, на мой взгляд, браслет. Здесь сложно какие-то эпитеты петь, потому что, ну, тут все просто ах и ох, и не хватает слов. Есть более экономный такой, да, поменьше вариант. Здесь будет дорожка из бриллиантов, также золото 18 карат. Вот так он смотрится. Здесь уже вы видите, да, какие переливы. Более миниатюрные, но я знаю, очень много девочек любит также и миниатюрные украшения, более миниатюрные вещички. Давайте я примерю. Вы увидите, как это будет смотреться на руке. Вот такая красота. Он с обратной стороны гладкий, без камушек, и с вот стороны внешней вот такая россыпь из бриллиантов. В следующем видео, за данным видео, друзья мои, для тех, кто включился, извините, возможно, сейчас, будет видео с нумерацией лотов, вы сможете рассмотреть все, и на все украшения имеются. Ну что, мои дорогие, следующий лот уже на мне. Вот такие маленькие миниатюрные сережечки с бриллиантиков. Сложно сейчас в такой период времени, да, находясь в такой одежде, показывать данное украшение. Но, тем не менее, не будем уже уходить от старой доброй традиции. И я покажу вам и такой вариант в том числе. Более миниатюрный, но, так сказать, на любителя. Вот такие великолепные сережечки. Вторая часть вот таким вот образом движется.
Золото 18 карат, бриллианты, друзья мои. И следующее, мои хорошие, тоже будут сережки, серьги, прекрасные, красивые. Здесь будет уже сочетание двух видов золота, и я вам также покажу браслет к ним. Это будут сережки в таком восточном стиле, скажем так. Застежечка и с обратной стороны здесь будет выполнена вот таким вот образом. Два вида золота. Серло, флорита, серло. Два вида золота. И давайте я примерю, и вы увидите, как это смотрится. А смотрится это прекрасно. Девочки, вот у меня пухлая мочка, да, пухленькая, мне так сказать, поджимает слегка. Я так думаю, что это на тоненькую мочку, на маленькое такое ушко. Ну, давайте рассмотрим с вами. Вот так это выглядит. Это все в движении. Золото, бриллианты, лимонное золото 18 карат и белое золото. Вот такая красота. Ну, я считаю, это роскошь, просто роскошь. И лучшие друзья девушек. Ну, возможно, кто-то больше предпочитает просто серебро, да, предпочитает камушки, тоже имеет место быть. Но мне кажется, вот это не любить, ну, нельзя. Да, девочки, бриллианты есть бриллианты. Вот так это смотрится. Не снимая данную сережечку, давайте я вам представлю во внимание вот такой браслетик. Ну, на мой взгляд, очень креативный, очень интересный. Здесь золото розового цвета и вот такая россыпь из бриллиантов. Здесь, девочки, будет вот такая застежечка с цепочкой Seguridad. У меня запястье 16, и вот так это смотрится. Давайте рассмотрим вблизи, чтобы вы смогли увидеть. Мне прям впритык на 16, я думаю, на 15 будет хорошо. Сразу вспоминаю ваши ручки, у кого маленькие запястья, у всех наших покупателей, девочек. Ну, здесь великолепная чистота, великолепная работа, такой модный, красивый вариант. Ну, я бы от такого не... Ой, прошу прощения, кольцо. Я бы от такого не отказалась, друзья мои. Так это смотрится. Любуемся, девочки. Друзья мои, чуть не забыла про последние сережечки на данном видео. Это вот такие сережечки. Это единственные из коллекции, что не бриллианты, да. И вот так это смотрится. Золото 18 карат, вот с такими камушками великолепными, золото в лимонном цвете. И с обратной стороны это все вот таким вот образом. Очень экономный вариант, но посмотрите, какая красота. К сожалению, не могу сейчас вам сказать по камушкам ничего. Но не буду говорить, что это натуральные или это не натуральные. Все это смотрится как натуральные, но не могу вам ничего сказать. Но очень хорошая цена у этих сережечек. И посмотрите, как здорово, как мило смотрится к какому-то цветному, да, такому решению в одежде. Вот такие милые сережки. И с обратной стороны, как я уже сказала, вот таким образом. Ну, качество бесспорно на высоком уровне. Окей. Ну что, мои хорошие, отключу секунду. Еще один классический вариант, друзья мои. Такой, ну, классика на все времена. Это эсмеральда, изумруд, натуральный, бриллианты, белое золото. Вот так это смотрится. Я думаю, что это никогда не выйдет из моды. Всегда девочки любят такие вещи. И какой бы стиль ни был в одежде, всегда найдется что-то, что можно будет сочетнуть, да, и выйти в таким, да просто даже на каждый день. Великолепное украшение. Великолепное. У кого зеленые глазки? Эсмеральда. Великолепная эсмеральда. Давайте я покажу немножечко вблизи. Я напомню, что за данным видео выйдет видео, на котором вы сможете рассмотреть макросъемка все детали украшений. Друзья мои, еще хочу я вам предложить парочку браслетиков, и потом мы с вами уйдем на один великолепный комплект. Просто, ну, работа
очень высокого качества, производства Италия. А до этого я вам хочу показать вот такой. Это вот такой итальянский браслетик с изумрудами, с вот такой застежечкой, золото лимонного цвета. Здесь сочетание двух видов работы: лимонные, матовые вставочки и более блестящие вставочки и эсмеральдики. Вот так это смотрится на ручке. В любом случае, все характеристики вы мне можете написать, я вам отвечу, дам по размеру, по весу, кому это интересно. Мы продаем за дизайн, мы не продаем вес, но в данном случае он такой увесистый, тяжеленький. С обратной стороны выглядит вот таким вот образом. Вот такой великолепный браслетик, девочки. Далее изумруды, великолепная работа. По весу прилично, девочки, не могу сказать, что он маленький. Будет браслет, это уже будет россыпь с бриллиантами, тут уже такой тяжеленький, увесистый и тоже не менее красивая работа, также производство Италия. Вот так это смотрится. Вам показываю, как камушки играют и сверкают, и на следующее видео вы уже уйдете смотреть макросъемку данных украшений. Вот такой браслет, с обратной стороны он смотрится вот таким образом. Фокус, бриллианты, лимонное золото, белое золото. Очень красиво, классический вариант. Ко всем колечкам просто без исключения подходит, который я вам показала. Мои, продолжаем. И продолжаем мы, сейчас все будет понятно без слов. Давайте я вам покажу. Вот такой перстень, золото 18 карат, лимонное белое золото, бриллианты и великолепный султанит. Камень необычайной красоты, это драгоценный камень, высокий. Классический вариант, вариант для королевы в королевские времена. Такие камушки очень любили, носили и уважали, в том числе и в Испании. И иногда мастера повторяют такие шедевры для того, чтобы вернуть нас немножко в старинное время. Кому-то нравится такой стиль, бесспорно, кто-то любит более современное, модерно, да, какие-то варианты работы, как я уже показывала вам, вот, допустим, здесь, да. Но это вне сомнений, вне конкуренции. Здесь размерчик 18. Ну, очень красиво смотрится. Вот такие вещи легко показывать, видно издали. Бесподобно, девочки. Дух захватывает, какая красота. Действительно, вот просто... Сейчас вы не увидите меня в кадре, потому что все-таки я решила сделать это на таком вот маленьком помощнике, там манекене небольшом, потому что я хочу предложить вашему вниманию вот такое великолепие. Цепь в лимонном золоте с красивой работой в сочетании с белого золота, производство Италия. И к ней, сейчас вы все увидите также на мне, еще вот такой браслетик. Тоже, ну, шикарная работа, но это как бы, не как бы, а набор, комплект, поэтому уместно показывать это все вместе, но если кто-то хочет раздельно, то, в общем-то, возражений никаких нет. А сейчас я переключусь, и вы все увидите это уже в другом варианте, в другом ракурсе. Вот браслет с внутренней стороны в данном наборе и цепочка с внешней стороны, чтобы вы имели представление, как это все выглядит и смотрится. Специально вам показываю.
с обратной стороны в том числе. И вот такая застежечка. Ну что, мои дорогие, теперь я хочу вам показать, как это будет выглядеть в раскрытом виде. Это держит форму, да, данная цепочка с обратной стороны, друзья мои. Выглядит вот таким образом. По длине, по весу, конечно же, всю информацию с человеческим, да, телом, как это будет смотреться. Вот так эта длина. Вот такой вид. Сложно, конечно, мне сейчас вам показать это, но так как вы все видели вблизи. И, соответственно, вот такой браслет. Вот так это смотрится. Работа здесь просто, ну, не придерешься. Просто не придраться. Вот такая красота. Как я уже сказала, вы можете приобретать это, если кому-то интересно, также по отдельности. Цепочка отдельно, браслет отдельно. Друзья мои, ну и по старой доброй традиции, мне хочется, как всегда, представить вашему вниманию, предложить вам великолепные веера, которые хранились долгое время в нашем ювелирном салоне. И я вот эти закрома, так сказать, родины обнаружила не так давно. Это было сделано в Валенсии фабрикой, которая изготавливала веера и мебель для королевской семьи в том числе. Поэтому вот такие залежи роскоши у нас сохранены, и я в каждом видео практически предлагаю это к вашему вниманию, но когда-то это, конечно же, закончится. Первый веер, который я хочу предложить вам, это будет вот такой красивейший, на мой взгляд, веер. Здесь очень нежная работа, очень красивое сочетание. Очень много было вопросов по поводу, из чего изготовлены веера. Друзья мои, это дерево. Это дерево, которое обработано, ручная работа. Великолепие к вашему вниманию. Здесь очень красиво выполнено с вот этой с таких сторон сбоку. Вот видите, как красиво. Очень красивое исполнение. Ну и, конечно, сегодня вот такая у меня розовая, да, водолазка Херсей, поэтому смотрится шикарно. Качество бесподобное, девочки. Данный веер стоит 67 евро. Ручная работа. Вот такое великолепие. Следующее, то, что я хочу вам показать, это также будет веер. Данные два веера, они не крупные. Есть два стандартных размера в основном. Это вот более поменьше, и другие я покажу вам, они будут покрупнее. Эти очень удобны для сумочки. Здесь также все из дерева. Как я вам уже сказала, данный веер стоит 42 евро. Вот такая здесь великолепная, красивая работа тоже, девочки. Если вы хотите покупать веера, девочки, присылайте мне скриншоты, потому что в данной коллекции, которую я вам сегодня покажу из вееров, они все будут коричневые, поэтому, соответственно, они разные, но для меня, чтобы было легче вам сразу ответить, и запоминайте, мой хороший, 42 евро данный веер. И он того стоит, поверьте мне, очень красиво. Следующее, то, что я хочу предложить вашему вниманию, но здесь просто нет слов, это уже огромнейший просто... Вот такой веер, посмотрите, как с данным кольцом. Ну что здесь может, какие здесь слова могут быть? Специально надела на себя данное кольцо, чтобы вы увидели всю прелесть, всю красоту. Но сейчас о веерах. Данный веер 52 евро. Здесь очень красивое выполнение сбоку, вот такие розы, цветы. Ну что здесь можно сказать? Волшебный, волшебный подарок. Я думаю, тому человеку, кому вы это подарите, даже неважно, нравятся такие вещи, не нравятся, понимает человек, не понимает, он останется очень довольный. А если вы скажете ему еще и правду, ту, которую я вам всегда говорю, по поводу того, что это у нас долго хранилось, и что в Испании можно найти массу вееров, но такого повторения, я уже думаю, сложно будет найти. Все три веера только с обратной стороны. Вот эти два маленьких, да, здесь работа только с одной стороны. С обратной уже нет. И третий веер, который стоит 52 евро, тоже только с этой стороны, но здесь он тоже не менее, также не менее прекрасен. Вот такая красота. Ну что здесь можно сказать? Ну это действительно выше похвал. Следующее, друзья мои, что я хочу предложить, это также будет вот такой крупный веер, 67 евро. Здесь очень тонкая работа, напоминаю, это ручная работа, ни один веер не повторяется, краски не повторяются, и здесь также только с одной стороны, друзья мои. Ну вот такое очень нежное, здесь уже сочетание желтого, оранжевого, зеленого и на коричневом фоне. Повторяю, это дерево, было много вопросов, из чего это выполнено. Это дерево, друзья мои. Так это смотрится.
Такая красота. И следующее, то, что я хочу вам показать, ну, здесь нежнятина, просто очень красиво. 75 евро, вот такой сад, акации, роз. Очень красивая резная работа. Я не знаю, какой, как можно здесь выбрать, это сложно, это сложно. Это сложно. Вот здесь более потоньше, да? Посмотрите, как это смотрится, как облако из роз, облако из цветов. Очень красиво. Повторюсь, данный веер 75 евро. Palo de Santo, los tres esos. Santo? Palo de Santo. Palo de Santo. А. Esos tres. Вот Флора мне подсказывает, что вот эти три веера, это называется Palo de Santo. Флора, pero Palo de Santo es refieres de material, lo que está hecho. De Palo de Santo. Pero, ¿qué es eso? Es un árbol Palo de Santo. Debe ser. Palo de Santo. В Испании вот есть такое, говорят, что это сделано как палочка святого. Palo de Santo, да? Святой. И очень интересно вот это название, кстати, про эту историю можно почитать, потому что это дерево однозначно, и вот данные веера, это изготовлено из Palo de Santo. Обязательно я эту историю прочитаю, вам расскажу, возможно, в следующем видео. Следующее, друзья мои. Mira, Palo de Santo huele distinto. Флора говорит, Palo de Santo пахнет по-другому. Sí, pero esto no es Palo de Santo. Ага, вот оно даже по виду. Ну, я думаю, что здесь дерево какое-то другое, скажем так. Потому что все они деревянные, возможно, разные виды дерева. Потому что вот здесь сохранена натуральность дерева, его практически не тронули, девочки. Ну, это все надо почитать. И вот такое еще. Сейчас нюхаем веера, Флора стоит, уже нюхаем. Прошу прощения. И вот такой следующий веер, друзья мои. 59 евро. На любителя. Здесь уже посветлее. Если вот это Palo de Santo, это уже не Palo de Santo. Это но Palo de Santo. Это все. Вот, это, да, вот все темные веера Palo de Santo, девочки. Пройдусь, почитаю, что это такое. А вот это светлое, это уже не Palo de Santo, но это тоже дерево. И это фабрика. Все веера, которые изготавливала, это дерево. Вот такая красота. Светлый тоже просто красота. Давайте рассмотрим с вами. Как это смотрится. С обратной стороны работы нет. 59 евро. Девочки, запоминайте и высылайте мне скриншоты. Но запоминать не надо. Смотрите видео внимательно, высылайте скриншоты. И следующие, девочки, 54 евро. Это также веер с данной коллекции. И вот таким вот образом он смотрится. Здесь уже с обоих сторон. Это единственное сегодня, что я вам показала, который работа с обоих сторон. 54 евро. Такая нежность.